Кира 4 часа ходили. Тут уже становится интересно. Снимаю, снимаю. Во-первых, нужно еще спуститься, не упасть. Вот приключение. Вчера мы поднимались вот на ту гору. Самая первая. Несколько часов были в походе. Несмотря ни на что, сегодня мы снова делаем поход. Даже если болят бедра, движение легче становится, наоборот, чем сидеть на диване. Брусничка для таких походов, как у нас. Мы сейчас поднялись по вот этому склону, чтобы было побыстрее. Наверное, камера трудно передает. Вон, аж там кричат нам. А жаба или кошка? Вот. Это кошка, фарфаронская кошка. Фараонский. Сюда не просто так забираемся. Здесь, говорят, есть пещера. Там, где мы должны согреться. Потому что идет дождь. Уже давно все намокло напрочь. И ботинки, и куртка, шапка. Несмотря на дождевики. Такая гадкая погода. Третий день, наверное. Вот она, кошка. Все мокрое. А это пещера. Наш обратный путь. В тумане, в облаках. Да, нужно иметь больше, чем ботинки. Вот как изменилась погода. Почти пришли машины. Вон они там, в облаках. Вот и я, одета как бомж. На мне куртка мужа. Здесь, наверное, 5 слоев разной одежды. Моя куртка из уха полностью вся намокла. Воняет свиньей. Мы ее убрали куда подальше. Будем сейчас греться в сауне. Надо быть восьмеркой. Иначе если помешаешь так, оно делает такие комочки. Ну как сноп волос. Это же сыр все. Это специальный сыр. Здесь 3 сыра. Здесь буфор, канталь. И не знаю, и третий уже по-моему. Я не знаю, что Георгий положил. Но основное это, конечно, буфор.
Что это? Сыр бесконечный. Да, бейте. Последний наш день сегодня. Вышло солнце. Вся эта дорога, это потом лыжная дорога. Вот. Даже в таких местах Tour de France. Col du Glandon, 1924 метра. Сегодня у нас другой поход на другую гору и другой пейзаж. Вот по таким тропинкам мы ходим. Вот куда нам нужно идти. Вон группа первая идет. Очень интересно, собака пошла за своими хозяевами. Они отстают из-за малыша. И вот она их ждет и ищет. Возвращается назад и высматривает их. Мы поднялись достаточно высоко. Сейчас идет полудождь, полуснег. Несмотря на то, что светит солнце. Вот какая дорога предстоит нам. Как будто жужжит. Мы направляемся к озеру. Мне не хотят конкретно говорить, сколько до него идти, потому что знаю, что я буду пасовать. Озеро. 1:20. Надеюсь, это не это. О, здесь и люди другие есть. Радует, что мы не единственные. Здесь и снег появился. Bonjour. Идем к озеру, потому что нужно где-то час идти, вот так там будет все больше и больше снега. Попробуем сделать пикник здесь. Не тут-то было. Не пересечешь просто так реку горную. Монблан? Да. Ничего себе! Вот наше место пикника с видом на Монблан. Красота! Зачем куда-то идти далеко? Сейчас 16:00. Здесь уже в Альпах начинает заходить солнце. Вот люди только идут делать прогулку. Где я стою, солнце уже зашло. Матвей. Вот где мы сегодня ходили. Вот. Начали отсюда, поднялись, но не дошли до озера. До сюда дошли.
что-то сурово там, снег, ветер. Уже нужна была снег. Другая обувь. Какой ветер здесь тоже. Не обязательно делать походы, идти куда-то далеко в горы. Можно просто приехать на машине, сфотографироваться, выпить чаю и уехать. Зачем нужно куда-то подниматься? Вот тебе вид, озеро. Опять они будут нас преследовать. Ура! Их нельзя брать. Можно. Щенячий патруль. Это смесь. Проверяли. Эти щенята — это смесь между бордер колли и собака, которая охраняет белое стадо овец. Не знаю, как по-русски. Пату по-французски называется. И вот они скрестили их, и получились вот такие вот щенята. Они вырастают огромными, конечно. Только их нельзя брать с нами в поход. Этот силач, он может далеко идти, а другая сестричка нет. Вот это получается, скрестили вот такого, как наш Лупи. Вот они даже похожи. Электричество клацает. Пришла. Иди сюда. Лошадка.